В Тбилиси спасатели нашли еще одну жертву наводнения. Тело девушки обнаружили при разборе завалов в зоопарке. Таким образом, число погибших возросло до 20 человек. Между тем, прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по факту служебной халатности. Главным фигурантом стал директор тбилисского зоопарка Зураб Гуриелидзе. Его и администрацию зоопарка подозревают в даче ложных показаний. Напомню, несколько дней назад тигр-альбинос посреди белого дня загрыз человека. Хотя до этого премьер-министр страны рапортовал, что все хищники пойманы и местным жителям бояться нечего. Когда спецподразделение зашло на территорию заброшенного бассейна Лагуна Вере, они увидели человека, лежащего на земле. Ранения были сильные, и он скончался на месте происшествия. Мы хотели усыпить тигра, но он вел себя агрессивно, и нам пришлось его убить. Ответ на главный вопрос, кто виноват, предстоит выяснить следствию. Но известно, что буквально через несколько часов после заявления премьера администрация зоопарка распространила информацию о розыске тигра и гиены. Небезразличная к судьбе директора зоопарка молодежь собралась на акцию солидарности в его поддержку. Участники просят снять с него обвинение и ответственность за нападение тигра на человека.